Похоже на песчаные дюны, называют белым золотом. Поэтому и металлические ангары, в которых хранится убранный рис, можно сравнить с банками. Где деньги лежат, шутит Анатолий Костюк. Главный агроном рисосеющего хозяйства свой вклад в урожай 2014 сделал. Его предприятие лучшее по уборке риса в Славянском районе. Урожайность 83 центнера с гектара. Цифры, еще несколько десятилетий назад казавшиеся нереальными. Все сильно изменилось, потому что новая техника, исключили ручной труд, в основном механизированный, новые технологии появились. Можно убрать урожай с минимальными потерями до 2%, до 2 центнеров потери могут быть максимум. В этом году усилиями таких же крестьян, как Анатолий Костюк, риса на Кубани накосили больше, чем в прошлом. Но до заветных миллиона тонн не хватило совсем чуть-чуть. В закрома отгрузили 930 тысяч тонн риса. Подводить итоги жатвы представители отрасли приехали в Славянский район. Лидер по уборке белого золота в этом году. Что мы запланировали в этом году получить урожай, мы получили сверх того, что мы запланировали. Конечно, эмоции радуют. Мы готовы работать и днем, и ночью, и будем кормить всю страну рисом. Кубанские рисовые заводы скромны и хвастать своими успехами не любят. Говорят, работают не ради рекордов, а чтобы у всей страны на столе был кубанский рис. И это невысокие слова, замечает Александр Ткачев. 80% всего риса в России выращивают именно в Краснодарском крае. У нас есть резервы, у нас есть возможности двигаться вперед. И я не сомневаюсь, что будущий год, а мы уже подошли морально, психологически, материально к тому, чтобы действительно взять планку миллион тонн риса. Страна ждет героических поступков. Именно это движение должно начаться с Кубани, аграрной Кубани, где умеют трудиться, где любят свою землю. Поэтому я надеюсь, эту задачу, которую ставлю впервые, здесь присутствует актив, лучшие люди отрасли. Вы ее воспримете как собственную задачу, как вызов. И мы уверены, с этим справимся. Я надеюсь, вы не подведете. Успехи нынешних рисоводов во многом заслуга основы, которая закладывалась титаническими усилиями еще в советские годы. Потом, в 90-х, отрасль переживала не лучшие времена, но нынешний период можно назвать рисовым ренессансом. Это одна из немногих отраслей не только в крае, но и в стране, которая целенаправленно сработала на экспорт. При этом не забывая о поставках на внутренний рынок. У нас десятки примеров хороших, толковых уже профессиональных руководителей, в общем-то, на которых и держится вся эта отрасль, или это холдинги, которые за последние десятилетия образовались и самоорганизовались, и сегодня демонстрируют достаточно хорошие показатели. Бизнес, производство, руководящий корпус и власть всех уровней, в общем-то, я и федерально не исключаю, это те сегменты рынка, которые должны, или инструментов, которые должны работать вместе и приходить к общему знаменателю, решая одну стратегическую важную задачу. Нам нужны объемы риса, нам нужен качественный продукт, нам нужен конкурентоспособный продукт. Вырастить рис – дело нелегкое. В сельском хозяйстве это одна из самых трудоемких отраслей. И рентабельность около 25%, и близко не стоит, например, с выращиванием пшеницы. При этом работы от посева до уборки риса в некоторых хозяйствах оценивают в 40 миллионов рублей. Без господдержки в этом бизнесе, признаются аграрии, продержаться сложно. В этом году на рисовую отрасль в крае выделили 127,5 миллионов рублей субсидий. В следующем, если поддержит федеральное правительство, говорит министр сельского хозяйства края, кубанские рисоводы могут получить 500 000 000 рублей в помощь. Таких денег не было никогда. А значит, средняя урожайность по краю 71 центнер с гектара. Не предел. Урожайность сегодня риса на Кубани на 34,2 центнера в целом выше по всем регионам, которые занимаются, возделывают эту культуру. Мы увеличили валовое производство, Александр Николаевич, почти на 420 тысяч тонн. Это говорит о большой работе хозяйственных субъектов, совместной большой работы наших ученых. Для Кубани рис – это не только важный экспортный продукт и один из популярнейших злаков на внутреннем рынке, но и экономическая подушка безопасности. Будет урожай, будут и деньги в бюджете, и рабочие места, на которых сейчас в рисоводческой отрасли трудятся 500 000 кубанцев. Сельское хозяйство – это образ жизни для нас, поэтому тот, кто на сегодняшний день озабочен и стремится к получению прибыли, к нормальному развитию, к перспективному строительству жилья для своих рабочих, результат рентабельности имеется, и, как бы сказать, жить можно
и вкладывая в развитие дальнейшее, и повышение фонда оплаты труда. На плаву будут те предприятия, которые станут перестраиваться под требования бизнеса. В современных условиях монопрофильные хозяйства обречены на провал, подчеркивает в разговоре с рисоводами Александр Ткачев. Современный рынок гораздо жестче, чем 10 лет назад. Высокое качество сырья, переработка, расширение видов продукции, даже упаковка с грамотным маркетингом. Вот на что стоит обращать внимание и что позволит добиваться успеха в конкурентных войнах. И самое главное, чтобы увеличить объемы риса, нужны большие территории под посевы. Прежде всего, экономика. Вот. Нам, скорее всего, надо будет идти по пути расширения площадей, создания новых возможностей для получения риса, с учетом санкций, конечно, с учетом того, что мы практически владеем монополией на территории Российской Федерации по производству этого уникального товара, продукта питания. И, конечно, мы должны этим пользоваться и от этого выжимать максимальные дивиденды. С учетом достаточно высокой рентабельности, с учетом высоких достаточно цен, они, по всей видимости, будут расти. Это совершенно очевидный факт. И, конечно, нам нужно не продешевить, нам нужно сейчас найти те сегменты рынка, которые могли бы купить нашу продукцию по достаточно высоким ценам. И, конечно, как я уже говорил, нас интересуют доходы, прибыль. И, понятно, экономические показатели. Экономические показатели в сельском хозяйстве сегодня напрямую зависят от науки. Некоторым аграриям необходимо смелее быть в сортовой политике, заключили в разговоре с губернатором рисоводы и селекционеры. Новые сорта риса при правильном уходе могут давать не нынешние 70-80 центнеров с гектара, а все 100. И тогда заветными станут не миллион, а 2 миллиона тонн кубанского риса. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Славянский район.